Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале «Готовим счастье дома». Сегодня приготовим разноцветные и вкусные конфеты из детства «Желейные мишки». Такое лакомство очень легко готовить в домашних условиях, и я покажу вам, как это можно сделать. Для начала в глубокую миску выкладываем листовой желатин и заливаем его водой. Я предпочитаю использовать листовой желатин, поскольку здесь не нужна точная мера воды. Желатин возьмет в себя столько воды, сколько ему необходимо, и набухает он очень быстро, буквально 10 минут. После того, как наш желатин размяк, достаем его из воды и перекладываем в глубокую кастрюлю. Затем к желатину насыпаем сахар и лимонный сок. Сок можно использовать как покупной из магазина, так и выдавить самостоятельно. Также обязательно необходимо добавить немного патоки. Она позволит нашим мишкам застыть быстрее. Ставим нашу кастрюлю на медленный огонь и готовим до полного растворения желатина и сахара. Все время необходимо помешивать, иначе сахар может немного пригореть к дну. После того, как наша смесь закипела, выключаем ее и переливаем в отдельные миски. Делаем столько порций, сколько мы хотим использовать цветов. Чтобы легко перелить нашу смесь в силиконовую форму, я использую обычный шприц. После того, как мы заполнили всю форму, отправляем ее в холодильник где-то на полчаса. Перед тем, как доставать из холодильника и вынимать наших мишек, можно поставить еще в морозилку на 5-10 минут, тогда они легче будут доставаться из формы. После того, как мы достали наших мишек, сверху присыпаем чуть-чуть кукурузным крахмалом, так они не будут слипаться. Затем растягиваем нашу форму немного, чтобы мишки отстали, и аккуратно по одному достаем их. Разноцветные конфеты «Желейные мишки» готовы. Они получаются мягкими и очень вкусными. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь. Спасибо за просмотр!